школе. А в школу ездить? В понедельник, по-моему, или сегодня. Я даже, если честно, не знаю, потому что планировалось пораньше. Движение нашей воли к тому, чтобы выразить именно вот эту квинтэссенцию глубинного содержания смысла святая Русь. Что такое Русь в переводе? Кто знает? Русь или Рос? Это голова с еврейского языка, то есть главный. Так вот, святая голова, если мы так перейдем, получится, значит, все наши мысли, чувства, все переживания, движения нашего ума должны быть освящены божественной благодатью. Дорогие друзья, позвольте вам передать благословение от Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнейшего Феодора, митрополита Волгоградского и Камышинского, который желает, чтобы все участники этого фестиваля почувствовали приближение вот именно к Святой Руси, соприкасаясь и сердцем, чувствами и умом, и движением всей нашей природы к этой полноте русской церкви. Школы клиросного искусства храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Регент Иванов Илья. Thank you.
я приглашаю на сцену Сергея Николаевича Коновалова для поздравления. Дорогие друзья, близится к завершению наш православный фестиваль. И вот хозяева территориально-географические, Краснооктябрьский прекрасный коллектив храма праведного, святого праведного Иоанна Кронштадтского перед вами глазами. Прекрасный коллектив, прекрасное завершение нашей конкурсной песни нашей программы. Я хочу поблагодарить вас, дорогие друзья. Наверное, вы меня иногда видите в вашем храме, скажем так. Я всегда с очень большим волнением, с очень большой любовью слушаю ваше неземное церковное пение. Спасибо большое.